Невидимая революция потрясла финансовый сектор во всем мире. Всего за десятилетия высокие технологии навсегда изменили традиционные способы обслуживания клиентов кредитно-финансовых учреждений. Интернет-банкинг, мобильные устройства и электронные деньги заставили пересмотреть привычные бизнес-модели. Но мир не успевает за скачкообразным движением IT-прогресса. Законодательное регулирование и средства компьютерной безопасности стремятся следовать за развитием финансовых сервисов, однако неизменно остаются на полшага позади. Молниеносно и гибко на каждый технологический рывок реагируют злоумышленники. Это ведет к денежным потерям, компрометации финансовых сервисов и персональных данных клиентов, создает угрозу дестабилизации банковской системы и экономики в целом. Выработка эффективных средств борьбы с киберпреступностью требует не только времени. Необходимы объединенные усилия сообщества профессионалов информационной безопасности в масштабах всей страны. Организации финансовой сферы в России испытывают на себе все мировые тренды в области высоких технологий. По многим показателям мы движемся в ногу с передовыми инициативами, но этого недостаточно. Нужно всегда быть в авангарде, чтобы кроме высоких технологий внедрять средства и методы защиты клиентов и финансово-кредитных учреждений. Отставать – значит подвергнуть себя опасности, стать жертвой глобального киберкриминалитета. Технологии в финансовом секторе должны быть не только самыми продвинутыми, но и самыми безопасными. Безопасность, если ей заниматься по остаточному принципу, недостижима. Безопасность – это неотъемлемый элемент качественного сервиса и обязательное условие устойчивого развития бизнеса. Постепенно к истинности этих простых принципов приходят все организации финансовой сферы. Сегодня основные участники российской отрасли информационной безопасности финансовой сферы вновь в полном сборе. В 9-й раз все самое важное будет сказано на площадке Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы». По традиции, на самом масштабном в стране мероприятии отрасли информационной безопасности финансовой сферы предельно открытая позиция государственных органов и, в первую очередь, мегарегулятора Банка России. Диалог между всеми участниками отрасли и решение важнейших вопросов. Обмен опытом и живое общение с руководителями ИБ-подразделений в неподражаемой обстановке. Уральский форум развивается вместе с отраслью. В ответ на развитие технологий и эволюцию угроз обновляется тематика. К участию привлекается все большее число специалистов. Новые форматы обсуждений и обмена опытом укрепляют взаимодействие. Неизменным остается то, что именно здесь зарождаются, обсуждаются в тесном кругу экспертов и впервые выносятся на суд общественности основные отраслевые инициативы. Уральский форум – возможность не только получить актуальную информацию из первых рук, но и принять участие в формировании будущего отрасли. Сегодня и в ближайшие несколько дней вас ожидают выступления и дискуссии с участием крупнейших экспертов, воркшопы и демонстрации, закрытая секция, бизнес-игры и много полезного общения. Приготовьтесь! 9-й Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы» объявляется открытым!